Саламу алейкум, дорогие братья и сестры. Наша соборная Заитовская мечеть открылась в 2007 году, в сентябре. С тех пор прошло уже почти 15 лет, поэтому некоторые наши места на территории мечети уже довольно поизносились. Поэтому вот мы решили в этом году начать с благоустройства нашей мечети, заменить брусчатку. Поэтому всех братьев и сестер неравнодушных хочу призвать принять участие в этом богоугодном деле, чтобы наши мечети были удобными, комфортными, красивыми для посещения. И мы объявили сбор в нашей мечети на это богоугодное дело. Пусть Аллах Субхана ва Тааля примет ваши благие дела, пусть наши мечети будут удобными, и чтобы люди, как можно больше людей посещало наши мечети, или чтобы они украшали и внутренне, и внешне, и своим джамаатом наши города и наши села. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.